Приветствую вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале «В гостях у Елены». Сегодня я улетаю отдыхать. Вот сейчас мы едем во Внуково. Вот там вот крыша, уже видно аэропорт Внуково. Еду с двумя дочками и с внуками, с Арсюшей и с Маркушей. Одна дочь передумала, Элина с Эмилией, они полетят с мужем в Турцию. Так что из всех мужчин у нас Арсюша и Марк. И мы трое летим в Анапу. Потом, когда прилетим, покажу, куда прилетели. Сейчас пока говорить не буду. Если вам интересно это видео, хотя название вам скажет, куда мы летим. Но если вам интересно, наливайте себе чашечку кофе, чая и путешествуйте со мной. Снимать буду по мере возможности, потому что едем с детками и нужно будет дочкам помогать, да и отдыхать мне тоже нужно. Но основное я вам обязательно сниму, где остановились, скажу, сколько стоит, все буду вам вот это вот четко показывать. Всем привет! Тём, да? У него руки заняты. Он говорит, да, мы уже все во Внуково. Вот такие дела. У меня сумочка и плащ. А у него два чемодана. Ждем своих девочек. Это мы, вот этот чемодан мы взяли для Тани. Это ее мы брали, когда Марк был, и не отвезли. Так что ждем их. Мы уже здесь, а они чуть-чуть позже. Сейчас стойку регистрации будем искать свою и подходить. Вот, если кто не знает, так выглядит вокзал аэропорта Внуково. Там еще вверху есть, мы на первом этаже пока здесь закрепимся, а там уж видно будет. Сейчас подъедут девочки, потому что для меня это подарок от детей, у меня нет ни билетов, ничего, все у девочек. Так что когда подъедут, подключусь к вам. А Артем работает, да, Тёма? Артем работает. С Артемом мы полетим в следующий раз. Вот такие дела. Это было все внезапно, я никуда не собиралась, так что вот так вот. Если погода будет хорошая, я пролечу, возможно, если погода будет хорошая, мы на Вейну поедем, да, с палатками. Тоже в этом году очень хочется, но никак мы на это не решались еще. Было тепло, у меня был внук, потом были дожди, я увезла внука, приехала с огородом, занималась. У Артема пошла работа каждодневная, поэтому вот так вот, девочки дорогие. Еще хочу добавить, девочки, что в связи с ковидом, видите, пусто. Международных рейсов нет. Видите, только вот Анапу, Крым и так далее. Поэтому народу, видите, сколько мало? Ну, вообще-то это хорошо, в принципе. Легко, не надо носиться, сломя голову. Ну что ж, дорогие друзья, вот они мои гаврики. Вот они мои гаврики. Летим, летим. Боюсь. Помашите, помашите. Арсюша, скажи привет. Мы летим, летим, летим. Все, сейчас у нас уже будет регистрация, и мы уже идем. Да. Правильно, правильно сказал. Летим, летим, летим. Боюсь. Ну что ж, дорогие друзья, мы готовимся к вылету. Скоро на Анапу будет наш рейс. Девочки пошли вон с Арсюшкой в комнату матери и ребенка. А мы с Марком сидим, ждет Марк, уставший. Ждем, дорогие друзья, ждем. Народу очень мало. Вот если вы посмотрите, видите, как крестиком обозначены. Вот, двоим можно сесть через один, в общем. Нет, двое сидят, и на третьем сиденье не сидят, снова двое сидят и так далее. Вот так. Я поняла. Все, едем. Арсюнька кричит. Ну, немного народу, но очень даже удобно и хорошо. Вот если бы всегда так было, вот, было бы нам удобней лететь. А обычно, конечно, народу много.
Вот. Сейчас к вечеру больше, днем меньше, а к вечеру больше, я посмотрела. Все, у всех вылеты к вечеру. Наш рейс, наша посадка. Готовимся. И будем к трапу самолету подъезжать. Дорогие друзья, мы уже сидим. Вот. Арсюша. Печеньки кушает. Это Марк. Я боюсь. Там Таня. И здесь Викуля. Летим. Сейчас будем уже летать. Такие дела, дорогие друзья. Встретимся уже. Не знаю, может быть, когда будем нет, лететь. Просто Арсюша у нас капризничал. Что будет дальше, я не знаю. Если будет возможность, сниму. Но посмотрим. Может быть, уже встретимся в Анапе. Друзья, вот мы и дома, как говорится. Номер у нас замечательный, с новой мебелью. Никакого совдепа, как обычно бывает, дорогие друзья. Мы находимся в Витязево, отель Платан. Вот здесь у нас удобство. У нас номер трехместный, с такой хорошей мебелью, повторюсь, вообще. Ну, сейчас... темно, свет почему-то я не включила. Так, значит, здесь свет другой. Разберемся с шикарными люстрами, с кондиционером, как положено. Шикарной кроватью, с тумбочками. И с маленьким мальчиком таким уставшим. Артюня, кроватку нам принесли, да? У нас здесь еще есть диван. Да, здесь двое человек спят, и здесь двое человек спят. Артюнька у нас в кроватке спит. Да? Красота. Телевизор. Очень красиво, очень чисто, со вкусом все. Вот такой стол шикарный. Стул отличный. Посмотрите, какая красота. Здесь открывается у нас здесь холодильник. Вот он. Темно, девочки. Потом я еще вам сниму. А здесь я. Привет всем. Такая красивая мебель. Мне очень понравилось. И Сюнечка с кроваткой под мебель. Прыг-прыг. Маркуляшка. Он уже не раз показывался. Лежит уже уставший. И шикарная у нас площадка на балконе. Вот так. Ну, не видно. Потом вам покажу. Ага. Вот отель сам. Днем покажу вам, все сниму. Там у нас находится зона отдыха, это бассейн. Очень красиво, ребятки, я обязательно потом расскажу и покажу все. У нас первый этаж, потому что у нас Арсюша, коляска.
Там вот мы оформлялись. И впереди там столовая, все завтра покажу. Тю-тю. Так. Ку-ку. Сейчас покажу вам наши апартаменты до конца. Вот это ванная комната, идеальная ванная комната, очень чисто, очень красиво подобрано, красота. Полотенце все как положено. Вот такая кабинка душевая. С лейкой. Все как положено. Как положено, в принципе, во всех отелях. У-ху! Туалет. Все, что нужно. Ребятки, очень чисто. Такое впечатление, что только-только сделали ремонт. Вот, честно сказать. Все в идеальном состоянии.